Серьезное ДТП произошло накануне вечером в Тюмени на 50 лет в ЛКСМ, недалеко от моста Мельникайте. Столкнулись ВАЗ 14 модели и Ховер. Третий участник, автомобиль RAV4, перевернулся и врезался в столб. По этой полосе ехал вот Great Wall Ховер, а оттуда ехала 14 модель. И перед ним резко остановилась машина какая-то, он говорит, Kia. И получается, он начал тормозить, его потащило влево. И он выехал на встречку, вот с этой машиной они столкнулись, вот с Ховером. А RAV4 откуда-то оттуда, видимо, тоже летело. И чтобы уйти от столкновения, вот он вошел в столб и перевернулся. Водителя перевертыша достали спасатели. Мужчина госпитализирован с тяжелой травмой позвоночника. Двум другим участникам ДТП медпомощь была оказана на месте.